Удушливый удел. Продолжаем разговор, собственно говоря. Вы помните все прекрасно. Нам с вами нужно уничтожить врата, кровь и так далее. В общем, с глазками надо поковыряться немножко. Или в глазках. Скорее в, чем с. Но все же это не меняет общие расстановки сил в данном случае. По Йентому все хорошо. Итак, снова же всем выйти из сумрака. Мы уже видим, что два активны. Осталось еще два активировать. Муха-ха-ха-ха, как обычно мы это слышим. Хотя мы на самом деле можем просто воткнуть внутрь. Одолейте 50 торгов до того, как болезнь прикончит войну. За неизрасходованный запас здоровья получите награду в виде душ. А вот это печально. Зомби идут на нас. Они готовы убить нас. Так. Надеюсь, все будет относительно легко и просто. О, здесь даже даны сосудики. Я думаю, пока мы их брать не будем, наверное. Будет слишком нагло и рано, я думаю. Ой. Оу! Так, там дано два сосуда, получается. Так, отстань от меня, мелкий. Минус. Минус. И тебя тоже как-нибудь надо заминусить. Еще и этих тоже, ребят, надо. Будем стараться делать так, чтобы нас не покоцали. А это значит стараться держать всех врагов рядом с собой. Но с одной стороны. Чего мне ну совсем не нравится. О-о-о. Где там было хп? Пополним-ка себе хп. Минус. Минус. Ай. Ай-яй-яй. Так, стоп. А, быстренько сюда. Берем. Главное, что это большую подлу еще завалили к тому же, а не мелкого какого-нибудь. Он был последним, получается, да? Последним. Считай, все здоровье еще и получили. А, хорошо, хорошо. Мне понравилось. Что-то... Я знал, что в тебе есть нечто этакое. Считайте, получили все.
Дополнительное здоровье. А, ну да, надо же с глазиком разобраться. Так, восполняем. Отлично. И восполняем. Что там уже восполнять, непонятно. Ну ладно. Считайте, у меня остался один запас здоровья лишний, остался один запас энергии. Это значит, что все, в принципе, прошел так довольно-таки неплохо. Мне понравилось. Машинки-то летают, вы видели? 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 Вон оно как. И летают, и летают. Ужас. Ладненько, последний, всем выйти из сумрака. Ждет нас. Всем выйти из сумрака! Давайте. А кто на войну? С войной. Каламбур. Кто с мечом на войну придет, тот от меча войны и погибнет. Маленьких слабых врагов можно убить с одного удара. Так убейте 30 каждого с одного за отведенное время. За неизрасходованное время получите награду в виде душ. Крупное создание перед убийством придется оглушить. Как их оглушать? Воспользуйтесь Б, чтобы убить с одного удара небольших или оглушенных существ. Так, ну летающих я понял. Это ты просто берешь, подпрыгиваешь и нажимаешь Б. С ними все просто. Конечно, если тут только они будут летать, то прям вообще как нефиг делать пройдем. Морду вам всем дам. Най-н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 ай. Ну не хочешь идти ко мне, не ходи. Так. У вас какие-то проблемы, господа? Или я что-то неправильно понял? По идее, надо их убивать тогда. Да, засчитывается, отлично. Главное теперь не прокатить, не прогадить. Так, я видел там летающую падлу. Минус летающая падла. Минус еще одна летающая падла. Потому что я видел крылышки. Так. Главное не прогадить момент. Минус ноги, минус ноги, минус ноги, минус ноги, минус наггетсы. Оу-оу. Здоровичок. Да почему? Да блин! Офигенно просто. Давайте хотя бы этого убьем, что ли. Фух. Да, со здоровичком определенно были проблемы. Второго мне такого не надо. Ай-яй! Тихо. О, тебя можно убить. Тебя можно тоже убить. Стоп, я сейчас увидел только что еще одного, по-моему, здоровяка, если мне не показалось. Серьезно, двоих здоровяков. Ладно. По-моему, я выполню раньше. Пока, здоровяк. Ха-ха-ха. Здоровяк пал.
пробудились истины Вайми, позволяющие ему отражать прямые удары и атаки с расстояния. Для этого наш мятеж точно перед моментом удара. Прекрасно! Ну, короче, теперь мы сможем отражать наконец-то удары врага. Затрубим глаз до смерти. А вам слабо затрубить глаз до смерти? Вот мне нет. Интересно, эту пассивку надо устанавливать? Просто ради интереса. Так, не сюда, сюда получается. Нет, пассивка работает сама по себе. И у нас почти закалился меч на следующий уровень. Что ж, идем дальше. Итак. Кажется, это последний. Надо выбираться отсюда. А то что? Ты себя стал плохо чувствовать? Странно, но война почему-то не может разбить эти маленькие преграды. Проблема, так сказать, налицо. Ладненько, будем выбираться. Бабах. Осталось собрать совсем чуть-чуть, будет 2,5, и я смогу прокачать броню в войне. Мы тем временем должны протрубить врага. А я тебе. Она начинает носить больше урон, используя в качестве оружия окружающие предметы. Это, видимо, пассивка, я так думаю, да? Или что это? Ага. То есть, типа, либо-либо, да? Я понял. Не-не-не, ну, пока мне не надо. А вот лишний урон с оружия... Это всегда пожалуйста. Впрочем, нам ведь просто так ничего не дают, правильно? Значит, как-то все это взаимосвязано, друзья мои. Блин, ну вот осталось буквально 4 очка, и я получу новую фишку. Ладно. Куда же мы попали, собственно говоря? В какую-то канализацию довольно большую. Даже для войны, а война довольно большой сам по себе, и несмотря на все это, как бы канализация даже для него является довольно-таки громоздким местом. Так, я уже вижу этих тварей. Но, так как они больно тупые, проблем они мне не причинят. А эту штучку можно было случайно и пропустить. Совсем и забыл пророк. О, сейчас нам придется еще и прыгать. Вот эту фигню нам чем-то придется потом разбивать. Чем ее разбивать на данный момент, пока не ясно. Ну, я думаю, что мы сообразим. А пока полетаем на крылышках войны. Ладненько, не будем собирать все машины. Это уж совсем теперь копейки. Если, допустим, не хватает чуть-чуть, то пособирать, в принципе, мо. Ладно, вы сами нарвались.
Минус 7, минус 7. Но они сами виноваты, ребят, понимаете? Я же их не просил приходить сюда, там, пытаться меня как-то убить. Поэтому я не считаю себя виновным в путь смерти. Тем более, что их тут немного. Может, дверь откроешь? Спасибо. Так, что у нас там дальше? А дальше у нас проход в разбитую лестницу. На разбитую лестницу, видимо. Где полно всякого летающего говна, который будет пытаться, видимо, меня убить. Если с остальным говном, которое не летающее. Ну, мы убьем всех, в принципе говоря. Нам не сложно. Правда, первоочередно я хочу спуститься вниз и найти там полезную штуку. Солдат. Вульгрим будет рад. Я бы на его месте тоже был бы рад, наверное. Так. Что у нас здесь еще есть? Нам вот в ту башню вообще по-хорошему. Но мы туда как бы не попадем, пока не. Пока не, в общем. А, вот наш друг. Где-то здесь он обитает. Видимо, налево к нему. Прямо к трупу и к кусочку опыта. А, направо, видно, есть еще что-то, но надо проплавать под водой. Мы же любим плавать под водой, правильно? Поэтому почему бы и не... Почему бы и не поплавать? Найдем второй осколок, еще два, и я смогу собрать себе увеличенные хп. Да, это уже будет две ячейки, того общее три, что меня не может не радовать. Эту мелочь надо зачищать, чтобы она не наглела, не борзела и прочее подобное. А в хронике Зенсинул логово. Хорошо. Так, что вы хотите нам предложить, мой дорогой друг? Осколок ярости. 4 можно собрать сердце ярости, которое увеличит максимальный запас энергии. Я хочу погибель. Мне вот это понравилась бы штука. Ну, на погибель мне еще довольно долго копить. Я думаю, что пока я справлюсь с тем, что у меня есть. Либо могу прокачать каменную кожу. Использование расходует энергию ярости. Ну, не очень-то хорошо. Жертва непонятная, недуг тоже. Пока вствую. Я думаю, что как-то так. Как-то так. Нашли мы Вульгрима. И на этом... Сейчас потихонечку будем завершать. Ничего здесь интересного особо мы не нашли. И мы можем идти дальше.